Вы не против? Хороший день сегодня. Кстати, вы не хотите где-то пойти выпить там сегодня вечером? Пока нет. Я на самом деле угощаю. Ну, а что если ко мне поедем? У меня нет таких планов сегодня. А как вообще, ну вот, с мужчинами у тебя? Никак. Только женщины. Понятно. А вообще в плане секса как? Никак. Что-то уринишь? Нет. Я по телефону просто разорвал. Что-то уринишь? Я ничего. Что-что? Нет. Я просто вижу, вы руками двигаете. Все. Не-не, я не тебе, да, ты мужчина. Вы не против этого, Сэд? Хороший день сегодня, да? И, кстати, думаю, сейчас пойти где-то выпить. Как ты на это смотришь? Нормально, да? Я могу угостить, в принципе. Пойдет? Кем? Я не знаю, может, водка какую-нибудь. Я вообще думаю еще, кстати, оргию устроить вечером. Я могу войти в оргию. Чисто, может, секс такой с классными девочками. Пойдет? Ну да, чисто вот сразу, чтобы прийти и сразу, ну, жесткий секс. Нормально? Я говорю, между нами уже стенка. Извини. Что, вы говорите, что это мужчина? Я по телефону разговаривал, у меня наушник. Вы что-то говорили? Не, я говорю, между нами чуть-чуть стенка, ну, чтобы близко не притуляться. А это вы к чему? Я по телефону разговариваю. Я просто из-за того, чтобы я вас не замазал. Чем? На своей куртке. А она у вас грязная? Да. В говне. Боже упаси. Желаю вам удачи, всего хорошего. И не перебивай. Иван. Иван? Вас зовут? Иван. А откуда ты знаешь? Я всевидящий отец. Всевышний мой. Он все видит. Да, мне спасибо. Я никогда от человека не принимаю деньги. Благодарность. Секс. Спасибо. А секс принимает? Мама родина. Хороший день сегодня, правда? Давно тут сидишь? Не против, кстати, прогуляться сегодня где-то? Слышишь, не против прогуляться? Так что скажешь? Алло? Не против прогуляться? Что-что? А, Юни, я по телефону разговариваю. А. Окей. Вы верите в Бога? Нет. Ну, вы верите в Бога? Смотрите, я сейчас такое предложение. Ну, идем сейчас куда-то покушать, выпить, а потом едем ко мне на квартиру. Что скажете? Можем сразу к сексу приступить. А вы вообще в каких позах любите? Давай, не, я лучше бы сразу двоих раком поставил. Да. Почему нет? А вы что, хотите уже уходить? А прогуляться не хочешь? Выпить там, потом секс, возможно. Ну, можем и не пить, чисто стропон в жопу засунуть. Алло, что скажешь? Что-что? Вы? Не-не. Вы не ко мне? Я звоню. А, окей, да, хорошо. Классный день сегодня. А вы долго уже? Что? Долго уже здесь? Я не понимаю. Долго уже здесь? А, нет, вообще гуляю. Не хотите сегодня встретиться, погулять где-то вечером? А вы сколько лет? Что? Что-то говори? Нет. А. Что-то спрашивали или что? Нет. А. Просто ушел. Да, да, я не знаю, где-то в часиков 8 приблизительно. Не против? Да, хороший день сегодня. Да, заебись. Слушай, а я вот думаю, может, бухнем сегодня вечером? Что скажешь? А ты угощаешь? Ну да, да. А что пить будем?
Поехали, может, еще и друзей своих захватим. Ну, я не знаю, типа, секс, возможно, можно, да. Ну, нормально? Там три тёлки будет, в принципе, можно будет сразу. Вы что-то говорите? Что случилось? Вы ко мне развали? Я не тебе, это да, это мужик какой-то, да. Окей, хорошо, да. Ну, давай на вечер тогда сорганизуем, да. Мужчина, хватит на мне спать, мне больно, мужчина, стойте. Мужчина, говорю, вы упали на меня, алло. С вами все нормально? Вам может помочь или что-то нужно? Или вы чисто умерли? Хорошо, удачи вам. Но лучше не умирайте.